рынке в Пицунде, вот видите, огромное количество сувениров. Такие вот 200 рублей, 3 штуки. Вот такие вот 350, 8 штук. Всевозможные. Выбор огромный. Друзья, аджика яблочная. 5 видов аджики. Такие маринованные. Почем у вас уже аджика? Я забыла. 500 рублей килограмм. Видите, сами делают аджику. Абхазцы молодцы. И что же, говорите, входит, вот, например, в эту острый перец? Обязательно чеснок, специи. Цибра, базилик обязательно. Что? Цибра, базилик. Зелик. Ясно. На 100 рублей вот делают вот такую. 3 рюмочки на 100 рублей. И всякие смеси кладут. Ореховый для харчо. И соли. Вот надо соусом подливок. Универсальная паска для шашлыка. Всякие. Домашние финики. Домашние вины. А коньяк почем домашний? Домашний у меня 500 рублей, полтора рубля. Это не мое. А вино? Вино 300 рублей, моя хорошая, полтора литра. А это свежевыжатые, да? Это сейчас нету их свежих. Мы закрываем в банках, так храним. А, и да, и потом да. Продаем. Разливаем, да? Бутылочки. Сколько продаем? Бутылочка? По 50 рублей недорого. Ну да. Надо сейчас купить, просто попить, да. Уже это хорошо. И хай, или мандарин, или и того, и другого. Ну давайте, то и то. По 50 рублей вообще нет. А вот это темненькое что? Темненькое это гранатовый сок, изиловый сок и ежевичный сок. Они вместе. По 100 рублей. Не, они по отдельности. Вот кизил, ежевика и гранат. Ну, не могу.